Свежий взгляд на проблемы. В регионе начал работу Совет молодых депутатов. В него вошли действующие парламентарии всех уровней. Начиная от муниципалитетов и заканчивая Курской областной думой. Совет будет работать на добровольных, общественных началах. Совещательная экспертная функция, активное участие в молодежной политике. Депутатам, вошедшим в Совет, еще нет 35 лет. В президиуме представители всех партий. Председателем избран Роман Колесниченко. Ни для кого не секрет, что в первую очередь, наверное, молодые люди, да, несут с собой какие-то либеральные новые идеи. И поэтому мы вот рассчитываем как раз на то, что этот совет, хоть и с совещательным каким-то словом, но он будет вот вносить какие-то новые законодательные инициативы, новации. Отмечу, сегодня в регионе 277 молодых депутатов. Совет позволит более тесно взаимодействовать региональной думе с муниципальными парламентариями.